Преподаватели Кумертауского филиала Оренбургского государственного университета с гордостью показывают учебно-производственные площадки гостям. В составе делегации представители образовательных учреждений республики, строительных компаний и органов власти. Гостям есть о чем рассказать. Образовательные учреждения, кроме аудитории, располагают лабораториями, где есть макеты механизмов и станки. Мастерские располагают практически всеми видами оборудований, по которым учат студентов основам технологии производства и ремонта автомобилей. Кроме этого, обучающиеся нередко сами становятся изобретателями. Так, например, на кафедре электроснабжения промышленных предприятий есть стенд автоматического учета электроэнергии, изготовленный студентами. Он позволяет дистанционно считывать показатели. Таким образом, студентам открываются широкие возможности для проявления их способностей на практике. Будущие специалисты выявляют дефекты в электронике, устраняют их. Полученные знания позволяют студентам успешно выступать и на конкурсах профессионального мастерства. Об этом говорил старший преподаватель филиала Артур Богданов. В этом же корпусе кафедра экономических дисциплин. Специалисты уже сейчас выполняют серьезные заказы по изготовлению проектов. Одним из бизнес-проектов является бизнес-план горнолыжного комплекса на территории городского округа город Кумертау, который был разработан по заданию администрации. Разработка велась по трем направлениям. Это формирование маркетинговой, производственной и финансовой стратегии. Результаты разработки были представлены на всероссийском и международном конкурсах. И в настоящее время студенты занимаются разработкой бизнес-проектов по социальному предпринимательству, повышению финансовой грамотности, пенсионной грамотности, коммунальной грамотности населения. Это благоустройство территорий и многие другие проекты. После ознакомления с учебно-производственными площадками состоялось первое заседание выездного координационного совета. Он создан для регулирования кадровой политики строительной отрасли. Сюда входит повышение квалификации работников, профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Он предполагает взаимодействие науки, бизнеса и власти в составе представителей ведущих вузов республики, в том числе Кумертауского филиала АГУУ. Инициаторы создания Корсовета – председатель Госкомитета республики по строительству и архитектуре Халид Махмудов и директор архитектурно-строительного института Уфимского нефтяного технического университета Дмитрий Кузнецов. Было отмечено, что одной из задач выездного совета является ознакомление с материально-технической базой учреждений, где готовят строительные кадры. Есть еще и корыстные цели. Здесь это посмотреть, корыстные в кавычках, это посмотреть базы всех учреждений СПО, в каком они состоянии, чтобы доложить об этом реально председателю госстроя. В процессе диалога выработаны конструктивные предложения. Это в том числе включение в план работы вопросов, касающихся взаимодействия сферы образования и производства. В ходе заседания был доработан проект положения совета с учетом поправок и дополнений.